Празднование Дня России в городском округе Люберцы началось с автопробега. Колонна машин, украшенных государственной символикой, проехала по центральной части города. Перед стартом с участниками акции пообщались мои коллеги. С самого утра настроение праздничное и бодрое. Парковка Дворца спорта «Триумф» запестрела цветами российского триколора. Участники автопробега спешно украшают своих железных коней. Роман Коротков наносит последний штрих – логотип 400-летия «Люберец». С удовольствием участвую во многих молодежных проектах в жизни нашего города, поэтому с удовольствием принял сегодняшний вызов. Сегодняшний заезд будет смонтирован под мою песню «Сия любимая Россия». Идея проведения патриотической акции принадлежит люберецким студентам и волонтерам. Молодежную инициативу поддержали жители городского округа и представители сообщества «За рулем». Патриотизм – это не что-то архаичное, что-то из прошлого, а это то, что живет в каждом, в нас, в наших будущих поколениях. Мы сегодня проедем по Смирновской улице, Юбилейной улице, далее мы на Шоссейную заедем, по Кирово, третье почтовое отделение, военный городок, и по Кирово вернемся сюда, к зданию администрации. Маршрут автопробега последовали 15 автомобилей. Ровно в 9:00 участники акции завели моторы и тем самым дали старт празднования Дня России в городском округе Люберцы. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.